Это Джексонвилл, это Флорида. Сегодня достаточно прохладный вечер, днем было тепло, было солнышко, и вот сейчас 4 с копейками, 4:30, солнца нет, и уже как-то стало холодно, ветерочек поддувает. И вот мы приехали на фонтан в центре города. Что за фонтан, посмотрим. Вот там далеко видно. Идем. Идем. Все в стекле. Когда солнышко, конечно, все это переливается. Солнце нет, и все. И сразу пасмурно. Итак, а не искупнуться ли нам фонтанчиком? А, подожди, так там еще и река. Только нужно будет посчитать, кто кого будет толкать первым. Хорошо. На первый, второй. Рассчитай. А вот это что такое? А что вот это такое? Тут даже можно было подняться, я смотрю, там забор стоит. Типа обзорной площадки. Ой-ой-ой, самое главное. City of Jacksonville. А что он был организован в 65-м году? Мария, это моя Марина. Она всегда на этом кругу фотографируется. Вот так вот. А до этого это была деревня Джексонвилл? Что это было? Почему 65-й год? Джексонвилл, это... Мы историю города очень плохо знаем. Нет, Джексонвилл, это французское название. Потому что много это французы, когда говорит... Ух ты, вода сюда ветром выносится. Так. City Commission. А, это имена, фамилии мэров и так далее и тому подобное. Нам это не надо. Итак, поехали. Как всегда, естественно, при каждом, как во Флориде, при каждом водном объекте обязательно есть маленькие парки. Вот опять же можно сюда прийти, посидеть, полежать, покушать, отдохнуть в тени деревьев. Сейчас, конечно, в тени деревьев прохладненько. Даже мне так чуть-чуть прохладненько. Прохладненько так. Идем. Боже, какая чистота, какая красота, как все вылизано. Эдика, скажи еще раз, как река называется? Сент-Джонс. Сент-Джонс-Ривер. Так, подожди, Сент-Джонс, она же у нас где-то в Орландо, по-моему, тоже начинается. Или проходит, хвостом, может, виляет. Сент-Джонс. Ну так она у нас и тянется там тоже, Сент-Джонс. Красота какая. Вот все мокрое, потому что ветром носит воду, и все становится мокрым. Так, а где золотая рыбка? Я сейчас загадаю ей желание. Где рыбка? Красота. Как жалко, что нет солнца. А золотых рыбок у вас тут не водится? Золотых рыбок не водится желание загадать? После тебя. Люточка, только после тебя. Вон у нас разводной мост. Ух ты, ага. А это бункер Сталина? Или бункер кого? Это Наутилус. Помпилус. Ага, вон разводной мост видно. Как здорово. Опять же, еще раз, как жалко, что нет солнца. Как-то все очень... Я стараюсь не снимать без солнца. Но когда я сюда еще приеду, где солнце? Ладно, пусть будет так. Да будет так. Вот еще кусочек парка тоже. Для семейного отдыха. Ах, какая река шикарная. Я, если честно, не знала, что это самая широкая река. Тут, конечно, если посмотреть в Google, вся Флорида отличена реками, речками, озерами и всякими проливчиками, заливчиками. Ну, с двух сторон, соответственно, океан. Так, а что у нас здесь? Это кто-то... Здесь был Гена, здесь была Маша, все, больше ничего. Ага, вот. Вот, что здесь написано. Friendship Park, фонтан. Построен в 2011 году. Джон Фейтон. Да.
чем Вилли. Только что мне сказали ребята, немножко более миллиона жителей. И площадь Джексонвилла равна площади Москвы, что тоже было для меня удивительно. Вот тут можно рыбочку подарить. Или на кораблик на какой-то сесть, по всей видимости. На... У вас тут есть такие небольшие кораблики, на которых можно покататься по реке? Трамвайчик, и куда он идет? Здорово. $3. Ну а так, чтобы куда-то прокатиться вдоль туда, вот туда. Ты мне говоришь? Привет! Друг друга снимаем, фотографируем. Где девчонок? Сюда, дойдем. Тони, тебе холодно? Нет. Нет. Все, ладно. Красивый город Джексонвилл. Welcome to Jacksonville. А мы на другой стороне стояли. Девушка, ты к вам да. Закаляешься. Да. Мы сегодня паримся. Ага. Ты сказал, где-то мы по территории равен, как в Москве, да? Вау, ничего себе. Вот это красиво, мужчина Эдика, жена. Красивая девушка. Валентина. Ну, а мы пока не замужем, да, Аллочка? Ну, у нас желто-блакитный, нас уже ищет. Ищет. Никак не найдет. Она говорит, что кто-то ей нагадал, что мужчина в желтом. В сине-голубом первый встречный будет ее мужем. Или поперечный. Не надо, не рассказывай, говорит. Сейчас такая армия. Жовто-блакитных. Ладно, все. Очень холодно. Пора идти домой. Вот стоит марк.